Уникальный шанс увидеть всю мощь и силу Волги с высоты птичьего полета. Фотовыставка под открытым небом открылась на площади Славы. Само построение выставки, оно такое интересное, что можно пройти буквально так как-то виртуально от верховьев Волги и до самой Астраханской области, где она впадает в Каспийское море и в сердце наше, да, всех россиян. Попытаться узнать те места, где мы бывали когда-то. Мы их не узнаем, потому что мы никогда не летали. Там есть стенд, посвященный Нижегородской области. Там монастырь Макарьевский. Вот. Ну, мы любим по таким местам путешествовать. Волга наша родная, она от нас к вам течет. Ну, в принципе, я восхищен выставкой, очень нравится все. Трехлетнее путешествие пилотов-фотографа Андрея Вострова и Валерия Безрученко уместилось на 200 лучших фотографий. Для того, чтобы их сделать, пришлось облететь 15 регионов. Это более 60 тысяч километров. Мы, волжане, родились на Волге. Там за долгое время облетали всю Самарскую Луку. Ну, нафотографировали ее уже всю вдоль и поперек, и уже лучше, наверное, было мне лично кадры сделать сложно. А очень хотелось посмотреть, что там повыше по течению, ниже по течению. И мы вот с Валерой решили, я говорю, а давай все-таки сделаем всю речку, тем более, ну, она у нас по стране очень крупная, длинная, интересная. Авторы делятся, долго рассказывать могут о каждой фотографии, но есть и любимые истории. Одна из них про снимок, сделанный в Рыбинском водохранилище Ярославской области. С утра, вылетев, например, увидели, как формируется гроза. Для нас было удивительно, что это было утро, и, например, оно сформировалось вот прям рано с утра. И было для нас счастье, когда можно было запечатлеть не только само Рыбинское водохранилище, но сделать фотографию радуги, которая имеет не только верхнюю часть, но и нижнюю. Организовать выставку удалось при поддержке правительства Самарской области. Экспозиция стала одним из самых ярких событий марафона добрых дел в честь десятилетия телерадиокомпании «Губерния». Но этот юбилей не единственный. Фотограф-авиаторы также в этом году празднуют 20 лет совместной работы. Цепь таких совпадений, не случайных, вот привела к тому, что случилась эта выставка. Во-первых, единомышленники. Во-вторых, юбиляры. В-третьих, все это объединено любовью к родной земле. 10 лет и 20 лет – это уже 30 лет. Это уже не так мало. И впереди у нас еще много-много лет. И я думаю, будет не одна выставка. Благодаря таким людям, которые сегодня предоставили свои снимки, благодаря телерадиокомпании «Губерния», благодаря средствам массовой информации, мы имеем возможность сегодня показать жителям Самарской области. И я нисколько не сомневаюсь в том, что благодаря Общероссийскому народному фронту, Общественной палате Самарской области, мы покажем данные работы всем жителям Приволжского федерального округа, а может быть и шире. Выставка продолжит свою работу на площади Славы до 25 июня, после чего переедет на первую очередь набережной. Также летом этого года возможность посетить экспозицию появится и у жителей Тольятти. Дарья Зотова, Андрей Авдеев, Новости Губернии.